Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной колебалочке от компании Crazy Fish. Моделька называется Sense. Данная колебалочка поставляется вот в такой вот довольно простой упаковочке. Блесенка, по, скажем так, заявлению производителя, имеет свечение в ультрафиолетовых лучах, в ультрафиолетовом спектре. Вес данной блесны составляет 3 грамма, расцветочка 113. Длина данной колебалочки у нас, сейчас скажу точно, составляет 3,1 ну или 0,2 миллиметра, ну в общем сантиметра точнее, то есть колебалочка имеет, ну, округленно длину 3 сантиметра. Выполнена она довольно качественно, претензий абсолютно никаких не имеется. Лицевая часть у нее имеет такую черную расцветку с овальными розовыми такими пятнами и имеются также розовые точки. Обратная сторона блесны имеет золотистый оттенок. Внутренняя часть блесны также имеет такие хаотичные вдавления. На лицевой части заметить, конечно, тяжеловато, возможно, но имеется такая, скажем, выштамповочка в виде букв КФ, это Crazy Fish, и название модельки Sense и вес 3 грамма. Видно, к сожалению, не совсем хорошо, но данная выштамповочка есть, имеется. На блесне установлены 2 заводных кольца, довольно неплохого, в принципе, качества. И блесенка также оснащается одинарным крючком. Одинарный крючок идет у нас с бородкой. Жало у него загнуто внутрь у данного крючочка. Крючок имеет довольно широкое ушко, тем самым степень подвижности данного одинарного крючка довольно-таки высокая. При желании можно одинарник заменить на тройничок, в принципе, тоже это все вполне может быть. Блесна от этого, игра блесны от этого абсолютно не пострадает. Ну, единственное, конечно, тройничок подбирать, ну, подходящего размера будет нужно. Полетные характеристики данной блесенки довольно-таки хорошие. Летит она довольно неплохо. Парусность, ну, не сильно у нее такая, скажем, большая. В принципе, забросы получаются довольно-таки точные. Игра данной блесны довольно интересная, имеет не сильные, скажем, не сильно амплитудные колебания, но довольно активную, скажем, игру. Также на остановке данная блесна довольно-таки неплохо сыпется. Также на остановочках зачастую может клюнуть хищник, атаковать блесну. В первую очередь данная блесенка подойдет для таких видов, скажем, хищников, как белый хищник, это в основном галауль и жерех, и, соответственно, окунь. А остальное, ну, соответственно, щука и прочие хищники могут быть в прилове. В некоторых регионах России вполне данная блесенка может работать и по форели. За это ничего не могу сказать, форели у нас нет. Но по окуню и по белому хищнику однозначно данная блесенка будет отлично работать. Всем могу порекомендовать, стоит довольно-таки недорого. Всем спасибо за просмотр, до свидания.